На аеродромі під Харковом зібрались представники обласного товариства сприяння обороні України. Так, щоб у форматі живої бесіди озвучити муніципалітету, першому віцемеру Ігорю Терехову як свої особисті питання, так і цікаві загальноміські ідеї. В автомобілістів виступили зі своїм проектом міського автодрому. В Харькове хотелось бы, чтобы у нас был автодром. Это должно быть, конечно, наше коммунальное предприятие. А мы должны сотрудничать с ДОСААФ для того, чтобы грамотные педагоги, грамотные воспитатели обучали наших горожан именно искусству вождения машин. И такое место обязательно должно появиться в Харькове, оно должно быть специализировано. Я считаю, что команда работает наперед. Дороги в Харькове разительно улучшились. В данный момент от проведения Евро-2012, когда оно было, пошло грандиозное строительство дорог и инфраструктуры, то сейчас это только улучшилось, удвоилось, лучше и лучше и лучше. Я думаю, что не только город Харьков будет процветать, а и команда возьмется за область, вот, потому что связи города и области – это как бы будет одно единое. Я думаю, что команда справится. 2.40, выполняйте заход. Після продуктивної бесіди з представниками аероклубу та автошкіл, які входять до обласного товариства сприяння обороні України, озвучених планів команди муніципалітету на чолі з мером Харкова Геннадієм Кернесом відносно розвитку мегаполісу та регіону, перший віцемер Ігор Терехов піднявся в небо, так, щоб на власні очі побачити стан міста та Харківщини з висоти. Действительно, очень красиво. Облетели часть города Харькова, часть области. Много посмотрел, много понял, что еще надо сделать. Поэтому сейчас приеду, будем смотреть те недостатки, устранять, которые я сейчас увидел. То, что касается, конечно, пилота, великолепный пилот, отличная машина. Действительно, несмотря на такую ветреную погоду, все было очень здорово. Поэтому я очень рад, что слетал. Леся Копилюк та Ігор Луханін, Харківські Ізвісті.